Курорт гора Орманд. Вы посмотрите на эту хагу. Она просто идеально подходит под эту локацию. Зимняя хага на зимней локации. Я буду просто сливаться с текстурками. Стоп. Минуточку внимания. Хочу посоветовать вам канал. Чувак недавно на Ютубе старается делать видеоролики со смешными моментами из различных видеоигр. Также с моим участием. Я вам оставлю ссылочку на его канал, а также видеоролики со мной и моими друзьями. Давайте попросим его сделать нарезку на нашу любимую игру Dead by Daylight. Может быть, он сделает смешные моменты с нашего кооператива. В общем, все ссылочки будут в описании, в закрепленном комментарии. Если вам понравился канал, подпишитесь. А я сейчас драться буду, нифига себе, освободился. Эй, не ори так громко! Ну-ка, кто это? Ничего не видно. Как они не сгорели-то? В общем, начинаем. Ставим ловушку перед палеткой, чтобы если скинут палетку, мы сзади появимся и схватим его. Даже давайте в рандомном месте где-нибудь поставим, где они могут пробегать. Там кто-то заводит генератор, я слышу. Она меня не видит, она думает, что я снежный комочек. Ну-ка, я снеговик. Ать, смотрите, со своим спринтом убежала. А вот тут ошиблась, девочка. К палетке, да, бежит? Да, побежала к палетке. Давайте здесь поставим капкан. А зачем ты заранее скинула? Зачем же ты скинула ее заранее? Оп, а я уже здесь. Быстро поймали. Очень быстро. Так, на всякий случай давайте поставим. Здесь сейчас мы... А тут кто-то есть, смотри, тут кто-то есть. Где ты? Сейчас с фонариком, да, подойдет, нет? Вроде нет. Вот рядом крюк. Она, наверное, заметила. Она заметила проклятый тотем. Лишь бы не сломала. Первый генератор завели. Прошла минутка. Быстро заводили. Это значит, что вдвоем заводили. Ай-яй-яй. Надо было второй раз блинкнуться. Телепортироваться. Иди сюда. Ать. Хотела крутануться. Нет. Со мной такие фокусы не прокатят. Также ставим перед палеткой. Ой, Джейн Ромеро! Здрасте! Дай пятюню! Джейн Ромеро. Наша красавица. Упитанная. Сейчас мы ее поймаем. На перерез. Идем. Будет за мной бегать? Нет. Не-не, она поняла, что не стоит. Кровожадность! Отлично. Один жетон есть у нас уже. Так, сейчас мы тебя повесим. Веси здесь. Вон они там, смотри, все втроем. Или... Да, втроем. Они вдвоем лечат. Вдвоем лечат тиммейта своего. Но не долечили, они поняли. Поняли, что я здесь. Ах ты, смотри, какая. Красавица наша убежала, ладно. Пускай бежит, спасает. А ты серьезно, что ли? Блин, ну ладно, посмотрим, что там. Вороны подсказывают, что тут кто-то есть. Может, ты здесь? Нет. Спасли уже. Но она просто, видимо, мимо пробегала. Ладно, пока что все нормально. Всего лишь один генератор завели. 6 ловушек у меня есть. Вот тут поставим. Тут рядом генератор. Они по-любому будут тут бегать. Побегут к развалинам. Я тут их застану. Вот, я думаю, тут 2 ловушки хватит. Пойдем посмотрим вот тот дальний. Тут давай поставим. Ну-ка, забежим. Тут кто-то заводит. Ать. Везде по чуть-чуть они завели. Какие хитрые. Вон она. Надо нагнать ее. Смотри. Хороший фейк. Просто на автомате скидывают палетку. Когда увидит удар. Рефлекс. Советую фейковать, когда за манов играешь. Перед палеткой. Блин. Почти в 100% случаев это помогает. Но в 90. Чтобы вас не оглушили. И они очки крови не заработают. И не оглушат вас. В общем, вы сэкономите пару секунд. Ай-яй-яй. Слушай, вороны прям... Вороны красавчики. Мне нравится перк хороший.
потому что часто сорвы прячутся, вон, видите? Ждут, пока отойду, а я... А вороны мне подсказывают, что тут это есть, это прячется. Какие вы... Где ты? Что, не стала снимать? Не стала снимать, испугалась. Ладно, хочет отвезти... А, будет крутиться рядом с палеткой. Ну, посмотрим, да-да-да, будет крутиться. Блин, орешек! И заранее скинула. Ну что ж ты будешь делать-то? На твоем месте я бы уводил бы. Мана. Вот, стал уводить, молодец. Пускай спасают. Ну, спасай, спасай. Только ты, знаешь, ты будешь висеть вместо нее. Из-за спасения. Да ты шутишь, что ли? Ну, с часиками. Ну, она специально бегала, потому что с часиками была. Да ладно, простим тебя. Последний раз будешь висеть. А вот Джейн Ромеро мы накажем за спасение. Так. Ближайший крюк. Кто-то сзади там. Хочет дозаводить генератор, наверное. Чё она там ошибается? Сейчас посмотрим. Ну да, слушай, заводила тут недавно, вот кровавые следы свежие. Ай! Прям по спинушке. На каточком задела. Ну все, сломали. Сломали-то. Ну я так и понял, что спалил. В очевидном месте тотем был. Уже бежит спасать, смотри. Ладно, полежи здесь. Сломаем доску. Ну что ж вы не спасаете-то? Ай, беги! Убегай. Так, тут лежи. Ать! Блин, орешек или повернулась? Что ж вы заранее-то... Заранее скидывают, смотрите. Но мне же лучше. Тиммейт, это... Ты спасёшь, смотри, на секундочку, 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 и... И спасли, смотрите, успели! Просто на последней секунде. Поздравляю. Спасли все-таки. Ты молодец. Но ты будешь висеть теперь. Вместо нее. Да где ты? Вот она какая хорошая. Так. Крючочек. Ты первый раз висишь, да? Да, первый раз. Хорошо. Еще три генератора. Он тут на дальнем заводит. Тут поставим. Ну-ка посмотрим. Тут тоже кто-то заводит, нет? Вроде нет. Мы почти завели. Почти завели, слушай. И до конца, просто до конца заводит. Ну-ка убегай отсюда. Я думаю, я легко ее поймаю. Сейчас тут поставим на всякий случай, чтобы знали, если кто-то тут будет. И тут заводили. Кровь очень хорошо на этой локации видна. Мне понравится. Я такая снежная. Прям повезло со скином. Ах ты, зря. Оглушили все-таки. Ну, молодцы. Завели генератор. И дальний остался-то немножко завести. Что же вы будете делать-то? Ах, попалась. Все. О, какой страшный, смотри. Я сама на себя посмотрела. Ужаснулась, когда увидела. Так, хорошо. Ты последний раз, по-моему, да? Минус один и трое раненых. Там кто-то стоит, смотри. Кто-то прям за окошком. Чё она стояла? Ты где? Вон она. Раненая, подбитая. Ну все. Ой, тогда тут еще двое. Чё ты? Смотри, Джейн Ромеро меня пальцем тыкала. Мол, посмотри, посмотри на меня. Неприлично, некрасиво тыкать пальцем. Где ты? Тут еще есть? Разбежались опять все. Чё такое? Все, никого нету. Так, ну трое осталось, два генератора, в принципе, все нормально. Дальние могут завести, но я там капкан, в принципе, поставил. Я думаю, они попадутся.
Уже можно как-то контролировать. А они хотят завести вот на мейне. Джейн Ромеро. Ать-ать-ать-ать-ать. Попалась. Ты в меня пальцем тыкала. Сейчас будут... Сейчас дозаведут, дозаведут. Так, повредим. Опа! Что-то ты поспешила. Рановато перелезла. Ну что ж ты будешь делать? Прям ко мне в руки. Что там происходит? Подняли, да? И ты один раз, первый раз висит, смотри. Ну, каждый повисел, нормально. Каждый повисел. Плюс 100% к очкам крови у нас будет. Да хорошо. Тут заводит. Ай-яй-яй. Ну все, последнюю ловим. Последнюю. Побежала, побежала. Одна не стала сопротивляться, потому что, ну, уже поздно. Ать. Вот так надо фейковать. Мол, замахиваешься, но ты не идешь вперед. Ну все, я думаю, я ее уже поймаю. Раз уж спалилась, давай догоним. Как бы не любитель от земли играть, но в данном случае, оп, она сама спалилась. Не надо было. Так, все здесь. И где Джейн Ромеро? Где-то. Это тут, да, мы ее поймали. Ну, давай сейчас сломаем генератор. Так, хорошо. Отлично. Слушай, ну мне прям понравилось, как повезло, да? С локацией. Со скином и локацией. Просто идеально. Снежная карта и снежная хага. Отлично. Давай побольше заработаем очков. В категории устанавливаем капканы. До максимума прям. Ну, по-моему, неплохо мы сыграли, ребятки. Спасибо за просмотр, там, за поддержку, лайки, комментарии. Вот. Смотри, как хорошо. Просто все на отлично. Хранитель врат, истовый, злобный. И преследователь. Просто все на максимум, ребятки. Все отлично. И хорошие ранги. Четвертый, второй. Две двойки, одна четверка. Как-то так, ребятки. Спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения и пока-пока.